данную сумку спокойно можно регулировать по длине, никаких проблем с этим не возникнет. Плечико немного мягкое, возможно, там есть тоненький слой поролона. Все прошито вообще идеально, никаких ниток даже нету, чтобы что-то торчало. Змейки очень хорошо открываются, закрываются, отделения вместительные. Также большим плюсом является то, что все отделы в этой сумке, так сказать, отдельные. Все карманы очень глубокие, то есть, в принципе, можно где-то носить телефон, где-то носить какие-нибудь салфетки, где-то положить пауэрбанк. Что-то да поносить можно. Это лучше, когда все карманы оттопырены в любом случае. И, конечно же, нас ждет провод USB. Это сумка с USB-выходом, вы представляете? То есть вы можете подключить телефон и заряжать телефон. Также там присутствует такая маленькая змеечка, чтобы из сумки через этот маленький USB-выход ничего не выпадал. А все прошито внутри также неплохо, выполнено все весьма-весьма качественно. За эти деньги сумка получилась очень даже неплохой.